14 октября, во время несения дежурства, поступил вызов. Горела крыша четырехэтажного здания. Прибыли по месту, работали по регламенту. И в это время к нам обратился очевидец, сказал, что на втором этаже этого горящего здания находится его питомец. Мы поставили трехколенную лестницу и поднялись на этот второй этаж. По лестнице я поднялся в это окно и спас собачку в помещении. Благодарен сотрудникам МЧС за слаженную работу в эти экстремальные минуты. Я думаю, это не единственная минута, которая у них в жизни достается в связи с работой. Но, как говорится, каждый чувствует беду тогда, когда она происходит непосредственно с ним. И в этот момент, конечно, я увидел, насколько нужную, важную работу ребята делают и как это ценно каждому человеку, кого они спасают, будь то лично человека, будь то его любимого питомца.